Для детей 3 лет сейчас у нас на распродаже 2 тетради. Это «Логика познания» и «Динозавры». «Логика познания» – все по ФГОС. Обобщающие группы. Транспорт, времена года, профессии, кто где живет, овощи, фрукты, мебель и бытовая техника, формы, геометрические фигуры. Вот они, обобщающие все группы. Игрушки, птицы, насекомые, овощи, фрукты, дикие домашние, транспорт, инструменты, ну и так далее и тому подобное. То есть здесь ребенок мало того, что знакомится с окружающим миром, учится все это обобщать, классифицировать. Ведь и горячее, и холодное, что было, что стало. Так еще на всех этих темах он развивает свои психические процессы. Внимание, память, мышление, воображение. Выполняет задание с помощью маркера, потому что все наши страницы заламинированы. Если он ошибся, сделал неправильно, стирает хоть пальцем, хоть сухой или влажной салфеткой и выполняет задание правильно. Детям очень нравится это делать. Итак, логика и познание для детей 3-4 лет. Сейчас находится на распродаже, стоит 350 рублей. Приходите. И динозавры для юных палеонтологов. Все, кто любит динозавров. Кстати, психологи вывели такую особенность. Кто интересуется динозаврами, у тех IQ зашкаливает. Те очень творческие и развитые дети. Я не знаю, что это за исследование. Я просто встречала эту информацию не один раз. Все о рептилиях. Какие они были, где они жили, как они откладывают яйца, какие у них черепа, чем они питались, травоядные или мясоеды, как они выглядели вот в раскопках, это их название. Вот так вот их скелеты выглядят. Где они жили, летали ли, плавали ли, ходили ли по земле, хищники, травоядные, найди одинаковые, найди похожих, вид сверху, вид сбоку, игрушки какие выпускают сейчас похожи на этих динозавров. Давай нарисуем. Найди одинаковых. Чья фотография? Чьи ноги вон там потерялись? Вот, найди тени. Ну, в общем, все о динозаврах, начиная прям от энциклопедических знаний и заканчивая вот чисто вот просто рисованием. Я думаю, тем ребяткам, которые увлекаются динозаврами, эта книжка прям очень сильно зайдет. Сейчас она на распродаже, стоит 350 рублей. Ссылка есть под видео. Ждем вас, приходите.